Магазин «Дом кроваток». Сборка кроватки для новорожденных Изи. Разложим комплектующие. Используем евровинты 7 на 50 и винты с механизмом опускания передней стенки. Дополнительная комплектация – ролики со стопором. Вначале соединим боковые и заднюю стенку кровати с помощью евровинтов 7 на 50. Установим дно на евровинты. Это механизм для установки передней стенки кровати. Кровать можно использовать в таком положении. Также можно установить перекладину. И использовать кровать так. Если перевернуть перекладину, тогда можно использовать как кроватку-качалку. Дополнительно установим ролики со стопором. И можем использовать ее вот так. Дом кроваток. Приятных снов вашему малышу!